Сегодня в Минске открывается крупнейший технический форум на планете. Его куратор – Международная электротехническая комиссия. Разрабатывает стандарты и делает доступными товары на мировых рынках, независимо от страны производителя. В форуме участвуют более 1000 экспертов, ответственных за международную техническую политику в таких сферах, как электроника, хай-тек и энергоэффективность. Принимать такое событие в Беларуси значит иметь возможность отстаивать интересы страны при разработке международных стандартов. Республика Беларусь позиционируется как страна, которая имеет достаточно развитую промышленность, в том числе в сфере электроники, энергетики, энергосбережения и так далее. Поэтому мы рассчитываем, что мы сможем показать свою страну и заинтересовать всех участников Генеральной Ассамблеи, потому что многие первый раз в стране, заинтересовать их, увидеть, что Беларусь – перспективный регион для дальнейшего сотрудничества, для вложения инвестиций, для заключения инвестиционных договоров. В работе форума примут участие более сотни технических экспертов от Беларуси. Свои предложения по формированию основ глобального бизнеса подготовили многие институты Национальной академии наук и промышленные предприятия страны.